ангелы возвещают пастухам о рождении Иисуса Христа. В то время вокруг города Вифлеема находились пастбища. В ночь, когда родился Иисус, некоторые из пастухов не спали, сторожа свое стадо. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышним Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». Как видите, для рождения Иисуса Христа, Спасителя мира, Бог выбрал не дворец, а пещеру, и первым возвестил о рождении его не богачам, а простым пастухам, которые первыми пришли поклониться к Спасителю человечества.